Что же, продолжаем играть Splinter. Ой, Splinter. Sniper Elite 2. Любителям консольских игр. Играю ее на самой PlayStation 3. Заговорился, назвал Splinter. Просто сегодня пробовал играть Splinter Cell Blacklist. Ну, в принципе, неплохая, потом сделаю обзор. А так снимаю прохождение Sniper Elite 2. Может, кому интересно посмотреть. В принципе, она есть и на PC, и на Xbox, не знаю, есть, но на Sony PlayStation вот. App Store, ну, в Sony PlayStation в магазине стоит она 300 рублей, а на дисках она в магазине недавно видел, стоит 1700. Я ее купил цифровую. Так, попробовать поиграть, в принципе. Не мой жанр игр. Но понравилось. Вот этими эффектами. Хедшот. Хедшоты получаются не всегда, но зато красочно и зрелищно это игры. Ну что, вот прошли еще очередную миссию. With the Reds and the Krauts knocking seven shades of shit out of each other back at Museum Island. Да, это игруха на английском языке. На русском я ее не видел, только на PC. Но на консолях она идет на английском языке. Ну, не только на английском. На разных европейских языках, но русский не присутствует. Thank you.
завалит. Гад, забежал в здание. Так, ну чё, продолжим. Что-то я растерялся. Гад, чуть опять не завалил. Закончу небольшой такой летсплейчик. Продолжение следует. Всем спасибо, всем пока.